Всем привет, дорогие друзья! Вы снова находитесь на канале Хука Плей. И сегодня мы начинаем играть в игру SCP Кортама Бридж. Это игра из ряда хорроров. Первая, скажем так, из этой рубрики, что я буду проходить. Ну и надеюсь, я смогу ее пройти. Начинаем. Так, имя. Поехали. Хорроры, кстати, еще, ну, в своей жизни мало прошел. Я их не люблю проходить. Но мне посоветовали пройти SCP. Сказали, жопу рвет нещадно. Посмотрим. Надеюсь, оно так оно и есть. Так, вроде что-то загрузилось, какие-то звуки пошли. Уже понеслась. Ну, а где я? Сральник есть, уже радует. Как его взять? А, во! Ну, как вот... А, тап. Ну, и как? А, во! Так. Здесь написано, что я персона категории D. I've got some work for you. Так. Please step out of the cell. Короче, ни хрена не понимаю. Ты кто еще такой? Just follow me. Эй, мужик! We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Мне говорят, что будет какой-то выследовать какой-то процесс, чтобы я не тупил. Ну давайте, окей, пройдем за ним. Technician, team. Так, кстати, игра из ряда инди-игр, поэтому графика здесь не очень. Checkpoint. Вот. 13. Вроде бы что-то интересное. Janitorial service. Если где-то срать начал уже играть. Ну и чё? Куда мне теперь идти? We are. Get in there and follow the instructions from the intercom, and you'll probably be fine. А это кто? Я вижу только какая-то голова, как будто что-то мне нарисовано. Сейчас посмотрим. С глазом. Окей. Так. А, то есть... Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Ну, мы заходим. И чё это? Please approach SCP-173 for testing. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain direct eye contact with SCP-173. Что за... Уйди от меня, не подходи ко мне. Press F5 to save. А, это будет сохранение? О, понял. И чё? Что делать-то? А? Мне это не нравится. Что такое? Батарейки? Да, батарейки. Бля. Что-то, блядь, я уже жалею, что начал в эту игру играть. Сука. Что это? А, газовая маска. Какая-то карта левел 1. Это что такое? Когда объект движется... А, то есть мы не должны к нему поворачивать спиной. Что за хер? Что это сейчас было? Ну нахрен. Блять.
Бля! Уйди! Сука! Или мы должны наоборот у него не смотреть? Еще не видно, блин. Куда идти, что идти? Блять, я не пойду к нему никогда в жизни, идите нахрен. Если от этого требует эта игра, то я сейчас сворачиваю и ухожу. А, здесь как-то моргать еще можно. Я в эту игру играю еще первый раз, и потом не понимаю, что здесь вообще происходит. Да епическая сила, не пойду я к нему. Бля. Сука, походу у меня выбора нету. Ну что за жопа, а? Что ж, что мне вообще есть? Чем эти батарейки? Что это сейчас было? Пропал. Фу, бля. Как же я, блядь, ненавижу такие игры. Закрой! Так, ребят, выпуски будут минут по 15, потому что я, наверное, более не выдержу вообще. Сейчас прошло, не знаю. Пускай сегодня начнем вот сейчас от этого отсчитывать. 15 минут. Блять. А, скорее всего, здесь надо одевать этот противогаз. Как его одеть? О. Блять, ни хера не видно еще. Ну? А. Бля, что? Вот это вроде не нету там. Да вроде его там нет. Или есть. Сука. Давай, короче. Я еще не вижу, сука. Куда идти? Что? А! Что произошло? Меня убили? А что меня убило? Не понял сейчас. А, ну это...
такие. Сидеть, меня отвлекли. Прошло немного времени. Мы продолжаем играть. Честно говоря, я не знаю, как здесь пройти эту игру. Чего? Не-не-не-не-не, уйди нахер от меня. Так, насколько я понял, на этого SCP нельзя не смотреть. То есть, чтобы он ушел, нужно, чтобы на него постоянно смотрели. Или он сам уходит? Что просто смотрю, он сам был пропал. Не знаю, с чем это было связано. Что-то не пойму, почему такой экран становится. Какой-то то ли FPS, то ли это ему типа страшно. Давайте. Что это было? Твою мать. Блин, играет все страшнее и страшнее. Понятно. Первую комнату пойти не могу. Давайте мы повторим еще раз эту ситуацию. Еще раз зайдем. Мои звуки. Я не хочу вообще. Хочу убить. Что это сейчас за херня из бога? О, ушел. Ушел же? Да. Ублюдок. Нажимай. Бля, это не игра, это что-то с чем-то. Что меня там пошло убило? Ничего, нет уже. Давайте, наверное, сейчас я попробую пройти эту комнату. Смогу, не смогу, уж не знаю. Чё это сейчас, блядь, было? Ко мне стрёмно стоите. Так, насколько я понял, туда нужно идти вперед, влево и прямо. Откуда мне смотреть? Так. Это маск F5. Сейвлю игру. Что это? Что это сейчас было?
Я не понимаю, там кто-то есть, там нет никого. Как быть-то? В общем, я хз, что сделать. Сейчас попробую, если не пройду, так не пройду, придется в следующей серии. Погнали. Ну ты меня пропускаешь? Что за хрень? А, он там стоит! В общем, ребят, потыкался я там, потыкался, ничего путнего. Так и не смог пробить, не знаю, почему он никогда не пускает. То ли он там стоит, этот TCP, то ли это какой-то баг игры, то я не понимаю. В любом случае, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как все-таки пройти эту комнату. Блин, хоть бы не случилось еще. Всем пока.